Здравствуйте, друзья! Я сегодня опять приглашаю вас на урок вязания. Сегодня я буду продолжать вязать украшения на елочку. Вот я связала несколько вот таких звездочек, они разноцветные, и поэтому я вам также предлагаю вместе со мной сейчас связать такую звездочку. Они очень красивые. Некоторые звездочки я украсила вот такими стразами. Они будут висеть у меня на елке, и с двух сторон будут они вот так вот показываться, просматриваться. Так что начинаем вязать. Крючок у меня 1,25. И вязать я сегодня сейчас эту звездочку очередную буду вот с такой красивой розовой тоненькой пряжей. Отложим их в сторону и будем вязать. Начинаем. Вяжем 10 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Соединяем в кольцо . Теперь под серединку будем делать вот такие вот сплошное колечко. В это кольцо, что мы только что сделали, я буду ввязывать 24 столбика с одним накидом. Первые 3 петли подъема это будет у нас один столбик с одним накидом. И теперь вот таких столбиков с одним накидом я буду ввязывать 23 столбика. Тут надо считать, потому что в зависимости от того, что сколько будет здесь связано у меня столбиков, поэтому у нас будут такое же количество таких лучиков. Я связала 23 столбика с одним накидом и теперь буду соединять со столбиками в начале столбиков. Вот такое получается у меня вязание. Теперь обратите внимание на то, что у меня все вот эти лучики, они все разного размера, разного роста, разное количество петель. Но получается так, что одна получается длинная, короткая, длинная, короткая, длинная, короткая. И вот так вот получается ровная половина коротких и ровная половина длинных. Начну я, например, с длинной. Вот в длинную я хочу сделать вот такая длинная. У меня сюда помещается 25-30 воздушных столбиков. Буду делать, например, сейчас 28 столбиков пусть будет. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ну, может, пусть остается 25.
Теперь я буду ввязывать, одну пропускаю петлю. И ввязываю столбиком без накидов. Вот у меня получается одна вот такая длинная. Теперь я сделаю коротенькую. Коротенькую можно сделать приблизительно 15-17. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Пусть будет 16. Мне так захотелось. Пусть будет 16. Одну петлю пропускаем и в следующую петелечку привязываем столбиками без накидов. Теперь опять у меня должна идти длинная. Одна получается короткая, одна длинная. Вторую длинную можно сделать от 25 до 30, так как мне, например, захочется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это мне будет длинная. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Пусть будет 28. Мне так захотелось. Пусть будет 28. И опять одну петлю пропускаем. И в следующую петельку ввязываем столбиком без накида. Итак, друзья, вот так я обойду весь ряд. Буду ввязывать столбики воздушные, петли, воздушные петли. Вот эти лучики из воздушных петель чередуя. Одна длинная, одна короткая. А длинные короткие, с каких будут, столько будет там воздушных петель, это так, как мне уже захочется. Могу длинную делать от 25 до 30, а коротенькую буду делать приблизительно от 15 до 20. И вот так вот я обойду вокруг этого круга. Так я закончила этот узор. Первый я начинала длинная, была у меня, а это уже коротенькая, коротенький лучик. Теперь у меня здесь надо эти ниточки убрать. Иголочкой я заправляю. Так удобнее. Так, еще раз. Так, выворачиваю я на изнаночную сторону. И вот так вот закрепляю. Сильно затягивать не надо.
Так, закончила я этот лучик, эту звездочку. Теперь моя работа ее накрахмалить. Вот я положила свои лучики, звездочки в крахмал. Это не крахмал, это клей ПВА, разведенный 1:4 с водичкой. Вот он у меня уже пролежал здесь и 5 минут. Можно его вынимать. Надо немножечко его отжать. Вот так вот я промокнула. И теперь буду... Самая важная сейчас работа у меня будет. Это подкалывать иголочками. Так, я приготовила спицу. И вот мои иголочки. Что очень важно в этом процессе, который сейчас я буду делать? Самое важное это то, что насколько красиво, насколько ровненько будут растянуты вот эти вот лучики. И чем они красивее будут растянуты и подколоты и высохнут, тем красивее будет у нас наша звездочка. А спицы я сама себе помогаю. Так. Ага, я забыла. Надо обязательно вот так вот подколоть, чтобы серединка эта не ездила. Потому что я буду натягивать каждый лучик и закалывать иголочкой. Вот так вот ровненько. Если не растягивать, она будет не очень красиво. Подтягивать, выровнять. Петельки воздушные. И вот еще последнее. Я набирала воздушные петли разного количества. И поэтому все вот эти лучики, они смотрятся по-разному. Маленькие я набирала от 15 до 20, а большие набирала от 25 до 30. Вот даже видно, вот эта большая, вот это у меня будет 30, здесь, наверное, тоже будет 30. И чем из-за того, что они вот все разного размера, они красиво смотрятся. Так, теперь я делаю небольшой перерыв. Я буду сушить, а сушить я буду феном,
Чтобы это было быстрее, я сейчас включаю фен и феном подсушу. Ну вот, друзья, я звездочку свою высушила феном. И вы знаете, я сушила, засекла время ровно 4 минуты. Вот за 4 минуты она вот так вот высохла. Теперь в моей коллекции вот этих звездочек еще одна прибавилась. Я думаю, что на елку я, наверное, еще несколько штук свяжу, чтобы было уже более так красиво и чтобы их было побольше. Буду ли я делать серединки, я еще не знаю. Может быть, и не буду. Все будет, я потом посмотрю. Ну что ж, друзья, на этом я свое видео заканчиваю. Я надеюсь, что вам эти звездочки понравились. И вы можете тоже себе на своей елочке сделать вот такие украшения. Они очень простые, вяжутся очень быстро, и притом не тяжело их вязать. И вы будете вязать так, как вам захочется, как вам на душу ляжет, как говорят. Так что мое видео я заканчиваю. Пишите мне комментарии, будете ли вы вязать такие звездочки, как я вам предлагаю. Я думаю, это будет украшение для ваших елочек. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего самого хорошего. До следующего видео. У меня будет еще одно красивое видео. И не одно, а может несколько. До свидания.